Оформить права на недвижимость, приобретенную в другом регионе, стало намного проще. Теперь здесь действует экстерриториальный принцип. Чтобы оформить свои законные права, ехать никуда не надо. Все можно сделать в ближайшем многофункциональном центре. Все подробности в нашем сюжете. Если вы стали счастливым обладателем дома, дачи или гаража, расположенного в другом регионе России, для оформления их в собственность вовсе не нужно выезжать за пределы МРЭЛ. Росреестр и МФЦ ввели дистант. Все плюсы экстерриториального оформления документов уже оценила Светлана Сидорова. Она купила двухкомнатную квартиру в Москве, а оформила все документы на собственность в Йошкар-Оле. Экстерриториальная подача документов очень удобна. Находясь в городе Йошкар-Ола, можно оформить квартиру, которая находится за пределами республики, и сэкономить время и деньги при этом. Согласно статистике, каждый третий россиянин готов купить жилье в другом регионе страны. Сибиряки стремятся переехать в Краснодарский край, мурманчане – в Санкт-Петербург. В Росреестре МРЭЛ уверены – услуга востребована. Только в минувшем году в управление поступило свыше 1000 таких заявлений. Чаще всего жители республики МРЭЛ представляют документы на объекты недвижимости, расположенные в республике Татарстан, в республике Чувашия, Кировской области и Москве. Соответственно, жители других регионов Российской Федерации в этом году обратились за регистрацией прав на объекты, расположенные в республике МРЭЛ, порядка 2900 раз. И чаще всего за такой услугой обращаются жители Татарстана, Чувашии и Нижегородской области. Документооборот электронный. Сроки те же, что и при обычном способе подачи документов. По экстерриториальному принципу можно подать документы в одном из 88 подразделений учреждения. И в крупных МФЦ, и в небольших территориально обособленных структурных подразделениях. Экстерриториальный принцип подразумевает подачу документов на учетно-регистрационные действия управления Росреестра вне зависимости от нахождения объекта недвижимости. То есть на любой объект, расположенный на территории Российской Федерации, можно подать документы, не выезжая за территорию Республики МРЭЛ. Помимо МФЦ, подать документы по экстерриториальному принципу можно и в филиале кадастровой палаты. Как правило, такой способ востребован при покупке недвижимости на вторичном рынке и при регистрации перехода права, например, в связи с наследованием.